Добрый день, дорогие друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня хочу посвятить наше видео септикам. Как мы делаем, как заливаем, как выкладываем, как выкапываем, в общем. Мы это разбили видео на несколько этапов. Сейчас на данном этапе мы стоим, где уже подготавливают верхнюю площадь для того, чтобы заливать крышку данного септика. Пойдемте посмотрим дальше, как уже залили и как полностью смотрится, когда мы выкладываем камни. Пойдемте. Наши клиенты, когда приезжают уже на объект, они видят септик, когда он уже полностью готов для того, чтобы обслуживаться. Он залитый, и есть вопросы ряд, что как он выглядит, из чего он выглядит, как он выложен, как заливаем. Данный уже септик, он у нас полностью залитый, как вы видите, вот толщина у нас вот этой плиты, и он у нас получается 8-кубовый. Как поэтапно это все выглядит, мы сейчас вам расскажем. После того, как мы выкапываем полностью яму, вот такого она диаметра, мы потом подготавливаем, чтобы обложить камнем. Он у нас получается септик дренажный. После того, как мы выложили стенки септика, мы делаем опалубку, потом стелим клеенку, делаем арматуру, десятку, сетку и будем заливать это все бетоном. Толщина крышки у нас получается 15-18 сантиметров. После того, как плита у нас отстоится, высохнет и затвердеет, мы ставим вот такие люки для того, чтобы потом могли доступ иметь к данному септику без труда и проблем. Если у вас остались какие-то вопросы, можете написать нам ниже в комментариях. Мы обязательно на них ответим или с вами свяжемся. Мы также предлагаем свои услуги. Встретить вас в аэропорту, расселить у себя в гостинице, показать все, что у нас имеется, чтобы вы сделали выбор сами. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Стройте вместе с нами!